В конце сентября одинцовские каратисты отстаивали честь страны в Австрии и стали чемпионами Европы. Это стало возможным благодаря постоянным тренировкам и грамотному руководству наставника Игоря Лизункова. Чемпионы продемонстрировали отличную технику и на всероссийских соревнованиях по карате на Кубок Михаила Кутузова, которые прошли в Одинцово 22 октября. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого турнира. Хочу сказать огромное спасибо родителям, которые сидят и поддерживают вот этих замечательных молодых спортсменов. И вы, ребята, я хочу вам пожелать замечательных друзей, с которыми вы здесь познакомитесь, хорошего, интересного турнира и, конечно, незабываемых побед. За Кубок Кутузова бились команды не только России. Проверить свои силы приехали каратисты из Казахстана и Донецкой Народной Республики. Участники показали хороший уровень подготовки и мастерства. Это отметил сенсей Хакама. Учителя впечатлили выступления спортсменов. По итогам состязаний копилка «Дюсш Горки 10» пополнилась 12 медалями различного достоинства. Одинцовский район гордится своими спортсменами и верит, что им по плечу завоевать мир. Ведь чемпионат Европы у нас уже в кармане. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».